Чувствую это желание, можно я коротко, но здесь я точно среди друзей, с кем мы играем, чувствую это сделать. Если хотите, тоже. Я просто, когда мы стали только вот это как бы настраиваться, а чувствую такое сокрушение, что как сокрушение перед Духом Святым. И это зависимость, чтобы Он пришел сильно к нам особенно. И это жажда, чтобы Он пришел к нам особенно. И я как чувствую, как в моем сердце оно такое желание, я чувствую это движение, просто коротко благословить и призвать Святой Огонь. Этот Святой Огонь любви. Дух Святой хочет нас взять по-новому. Я не знаю, как это будет выглядеть, но я знаю, что Дух Святой хочет нас взять по-новому в огонь. Такое приглашение Духа Святого. Огонь близости. И это как по-новому, знаете, как есть вещи, когда мы как-то шли с Богом и имели какой-то опыт близости с Ним, но как будто некоторые вещи перестали работать, а сердце как по-новому не знает, а призыв и тяга в близость, она увеличивается, и что-то новое Он будет творить. Я пока... Продолжайте к нему простираться, а я тут благословлю, если кому нужно, можете тоже выйти, я вас тоже благословлю коротко. Меня, открой меня, я
пусть тебя будет больше. Проводник, веди меня, пусть тебя будет больше. Укажи путь жизни.
больше. Есть намного больше. Есть намного больше. Сердца в новую реальность, близость по-новому. Я просто вижу, как каждый из вас, он больше и больше, он становится живым свидетелем Христа, воскресшего из мертвых. Живым свидетелем Христа, воскресшего из мертвых. И это делает Дух Святой в нас. Это делает Дух Святой в нас. Знаете, когда сердце может сказать: я видел Его, я слышал Его, я знаю Его, Он говорит тебе. Я просто вижу, как каждый из вас, и вижу эти улицы города, где вы просто идете как живые свидетели, носители этих встреч с Богом, этих глубоких встреч с Богом, этой реальности, просто реальности. Я больше и больше чувствую эту как задачу сыновей и дочерей видеть Отца Творящего, и делать с Ним все. Больше никаких ответственностей, больше никаких обязанностей. Видеть Отца Творящего, делать с Ним. Видеть Отца Творящего, делать с Ним. Единственное. И мы благодарим Тебя, Дух Святой. Я знаю, сегодня я проснулась с этим, что сегодня что-то будет, что Дух Святой будет делать. И это как будто из моего духа вырвалось. Бог, служение Духа. Служение не руками человеческими, но служение Духа. Служение Духа. Я знаю, мы всегда этого жаждем, всегда этого ищем. Я знаю, что это происходит. Но я знаю, что также сегодня есть что-то новое. И через вот такие вот вещи Он просто по-новому привлекает внимание к себе. Иногда нужно простые вещи сказать, чтобы благодать вышла. Поэтому я просто вот в послушании это делаю. Служение Духа. Служение Духа. Для каждого из нас. Мы так любим Тебя, Дух Святой. И Ты берешь нас в этот вихрь Духа. Ты берешь нас в это течение Духа. Покажи нам сегодня Отца, Дух Святой. Покажи нам сегодня реальность Твою. Это самое большое желание нашего сердца. Просто покажи нам Отца. Покажи нам Отца Творящего. О, что я слышу, как это в духе поднимается. Что за великая сила, когда дети видят Отца Творящего. О, это великая сила. И никто не может встать на пути этой силы, когда дети видят Отца Творящего. Эдгора Мэш. Адош. Эдго май Холи Спирит кам. Я позволю себе открыть 90-й псалом. Если вы чувствуете его видеть глазами, то вы тоже можете позволить себе это. Это тоже о том, чтобы видеть Отца Творящего, живущий под кровом Всевышнего. Для этого видеть Отца под сенью Всемогущего покоится и говорит Господу: прибежище мое,
защита моя, Бог мой, Отец мой, на которого я уповаю. И Он избавит меня от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит меня, и под крыльями Его я буду безопасна. Щит и ограждение истина Твоя. Я не убоюсь ужасов ночи и стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, и заразы, опустошающие в полдень. Падут подле меня тысячи и 10 000 одесную меня, но ко мне не приблизятся. Только смотреть буду очами моими и видеть возмездие нечестивым. Ибо я говорю: Господь, Ты упование мое, Всевышнего я избираю прибежище моим. Не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему. Ибо ангелам своим Ты заповедал обо мне охранять меня на всех моих путях. На руках понесут меня, и я не приткнусь о камень ногою моей. На аспида и василиска наступать буду, и попирать льва и дракона. И за то, что я полюбила Тебя, Ты избавляешь меня, Ты защищаешь меня, потому что мы познаем Твое имя. Мы воззовем к Тебе и услышим Тебя. И Ты услышишь нас. С нами Ты во всякое время, избавляющий и прославляющий нас. Долготой дней Ты насытишь нас и явишь нам спасение Твое. Адушей, спасибо, любимый. 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 Величием облечен, могуществом силен, возрадуйся, земля, возрадуйся, земля. Он светом окружен, и тьма бежит от него, от его лица, от звука голоса. Наш Бог,
Невероятную, которая исцеляла, освобождала, которая двигалась просто близостью, которая приводила людей в близость, которая приводила людей в реальность Бога очень сильно. Однажды, явив это через тебя, Он только собирается это умножать. Я вижу, как там, где твои крылья были, как сдерживы чем-то, или как обстоятельства, или какими-то вещами, но я вижу, как я слышу, как Он говорит: просто дай мне руку, дай мне руку. Великое сейчас для тебя недоступное я открываю. Ты не можешь этого открыть. Это я, это моя часть. Просто твоя часть только подать руку. И все. Просто твоя часть подать руку. И все. И все. Это я открывающий. Великое, недоступное. Ты пойдешь там, где ты не был. И ты будешь делать то, чего ты еще никогда не делал. И ты будешь видеть народ, который будет искать твоего лица и будет видеть его на тебе. Ты пойдешь туда, где не был. Ты будешь делать со мной то, чего еще никогда не делал. Адушей. Я просто вижу, что кто-то из вас будет спускаться в такие темные места, будет спускаться. Но такая сумасшедшая благодать на ваших сердцах будет. Вы будете спускаться в очень темные места и будете приносить с собой так много света. Адушей. И это все будет делать Он, и вам будет сладко. Видеть Отца Творящего, это сладко. Великий Бог мой.
Thank you.
Твоим величием, пропитываемся Твоим всемогуществом. Прямо на Твоих руках мы позволяем реальности Твоего всемогущества поднять нас выше, чтобы показать нам великое, недоступное. Прямо сейчас на Твоих руках мы доверяемся этому подъему, этому полету, этому восхождению, которое делает Твой Дух Святой. Человеколюбия,
одетый в славу, одетый в могущество, одежды милосердия, человека сострадания. О, благодать твоя, Отец! Одетый, одетый, одетый в милосердие, Царь, облеченный в могущество, облеченный в могущество и одетый в милосердие, облеченный в могущество и одетый в милосердие. Одетый в милосердие, одетый в могущество. Царь, одетый в могущество и милосердие. Каково твое небо, какова твоя слава, жаждет показать твое сердце, жаждет видеть мое, мне так мало. Каково твое имя, какова твоя мышца, жаждет рассказать твое сердце, и мое так жаждет услышать. Каково твое небо, какова твоя слава, жаждет показать твое сердце, жаждет.
Жаждет рассказать твое сердце.
так жаждет услышать, каково твое небо, какова твоя слава, жаждет показать твое сердце, жаждет видеть мое мне так мало, каково твое имя, какова твоя мышца, жаждет рассказать твое сердце, и мое так жаждет услышать. Yeah.
которым это важно, которые почитают, которые жаждут, жаждут славы. Ты ищешь сердца, обозреваешь землю, кому ее мало. И ты говоришь, счастлив тот, кто жаждет, будет наполнен. О, счастлив тот, кто жаждет, будет наполнен.
называешь это поколение. Знаете, то, что я переживаю, что эта жажда, эта тяга, она будет увеличиваться, увеличиваться. И те, кто услышит, кто имеет уши, он услышит это. И это уже происходит. И эта тяга, она увеличивается. И это поколение славы, оно поднимается. Знаете, эти люди, эти сердца, они будут готовы отдать все ради того, чтобы почтить его достойно. Они не знают, может быть, как это делать. И мы никто не знаем без Духа Божьего. Но они будут готовы отдать все, лишь бы почтить его. Они не будут искать имен, они не будут искать званий. Они не будут искать место, они не будут искать положение. Но они будут искать одно — славы, славы, славы. Я вижу эти обезбашенные люди, которые просто все поставили на кон. Они положили все. Они положили все, чтобы почтить. Они положили все, чтобы почтить. Ага. Знаете, это экстравагантные поклонники. Я вижу, что иногда кажется, что ты что-то уже положил, это и так много. Но я вижу, как вот это что-то новое, это посещение Бога, оно откроет это экстравагантное даяние еще больше. Вы знаете, это будет больше. Уже то, что ты отдавал, это было для тебя экстравагантно. Это было much more, знаете, много больше, чем ты бы, может быть, был готов или способен. Но это слава, это жажда, это стремление, этот новый огонь, который приближается и который сходит, он приведет тебя в то место, где ты сделаешь еще большую жертву, еще большее какое-то посвящение. Ты какое-то поклонение окажешь настолько экстравагантное, что о тебе будут говорить, знаете как? Потому что он почитает, те, кто почитают его. Как Мария, которая вылила этот сосуд, это было экстравагантно, это было экстра. Это было слишком, это было слишком, это было слишком. Иисус сказал, они будут говорить, о поклонниках Дух Божий будет говорить. Аба, этот Закхей, которого никто не учил, который не знал, но готов был отдать половину своего имения, раздать. Что-то такое будет происходить. Какое-то, может быть, больше никогда, может быть, ты не думал о том времени, которое ты будешь отдавать поклонению. Может быть, для тебя это будет тоже вот это экстравагантное даяние, что просто часами ты будешь петь одно и то же. Слава тебе, слава, великий, великий, великий. И ты будешь в этом, ну не знаю, купаться, наслаждаться, но что-то будет экстра больше. Какое-то новое поклонение, новая глубина, новая, новая, новая. Аба. Аба. Я есть путь, истина и жизнь. Я есть путь, истина и жизнь.
то, что работало, забыло сердце и больше не умеет. Но это новое место, это новое время, это новое место, это новое время, это новое место, это новое время. Что сердце забыло, как будто бы не умеет. То, что старое оно забыло, его оно как будто не умеет. Это просто новое место. Это новое место, это новое время. То, что было старое забыто, сердце больше не умеет. Это новое. Проводник, Дух Святой.
Он научит, просто не бойся. С тобой все хорошо, ты любишь Господа. Ты так же экстравагантно любишь Господа, как и любил. Просто это новое место, новое время. И это нормально. Потому что твое сердце, оно само просило Бога, поведи меня выше. Поэтому ему нужно открыть тебе новые инструменты. Как войти туда выше? Ему нужно показать тебе, какие мышцы нужно задействовать, чтобы подняться высоко. Это нормально. Поначалу этим мышцам будет очень непривычно. Они будут попаливать и чувствовать себя некомфортно. Но Дух Святой впереди тебя. Он проводник, ты не один. Голос сзади тебя ты будешь слышать. И впереди. Просто не бойся, отпускай себя в это. Потому что грядущая слава. Знаете, это слово поднимается. Что по сравнению с теми страданиями, которые сейчас испытывает душа. Та слава, которая откроется, нам уже будет по-другому это видно. Знаете, когда ты начинаешь тренироваться, ты начинаешь чувствовать мышцы. И ты не видишь сначала ту славу, ну, ради которой все. И здесь вот что-то подобное, что это как по-новому, это надо это найти, это как-то понять, это вместить в себя. И оно как определенное, иногда даже как страдание души. Вы понимаете, о чем я говорю? Пытаюсь это объяснить словами человеческими. А это так иногда сложно. Но с вами все в порядке. Это страдания, которые сейчас по-новому мышцы ваши, по-новому поиск ваш, по-новому ваше стремление. Эти новые пути, эти новые откровения. Оно откроет ту грядущую славу, которая для вас уже приготовлена. Которая приготовлена жить для вас же. В которую вы сами хотите войти. Это просто новое время, новое место. И в ней откроется новая слава. Это новое время, это новое место, это новое время, это новое место, это новое время, это новое место, это новое место. Тебе нужен будет Божий огонь, потому что ты будешь подниматься по застывшей лаве. Ты без Божьего огня там не пройдешь. Тебе нужен Божий огонь. Божий огонь. Благодарим тебя, Дух Святой, за этот новый огонь, который ты сам даешь нам вовремя. Спасибо тебе за эту благодать. Дух Святой, проводник, иди впереди нас. Иди впереди нас. Учи нас всему. Учи нас всему. Знаете, будет возрастать эта зависимость от Духа Святого. Потому что, когда тебе все понятно, то тебе как бы не нужен учитель. Но ты и так можешь решать задачки, которые ты понимаешь. Но когда ты не понимаешь, твоя острая нужда в учителе, она возрастает с такой силой, что просто дашь, выносит твое сердце наружу. И у нас есть эта зависимость от Духа Святого, которая в этом сезоне, она будет только возрастать. Она просто будет увеличиваться с сумасшедшей скоростью. Но это и путь. Это так интересно, что это и путь, чтобы войти в новое и войти в эту славу. Слава включает сердца. Я вижу, как слава включает сердца. Сердца, что горят страстью по тебе. Сердца, что захвачены этим огнем. Слава твоя включает сердца. Я вижу мощные искры, что зажигают огонь пробуждения. Слава твоя сердца. Я вижу искры, что зажигают пламя, огонь пробуждения по всему миру, по всему миру, по всему миру. Новое
что было старое забыто, да и сердце больше не умеет. Это новое место, это новое время, что старое было забыто, да и сердце больше не умеет. Поделиться этим. Я вижу, как посреди всего этого, что происходит, я слышу слова: найди себя, найди себя. И я слышу, как для каждого Бог высвобождает уникальный камертон. Это звук этого времени, этого места. И этот звук абсолютно идентичен тебе, тому, как ты звучал до того, как повреждения пришли в твою жизнь. Этот звук, который соответствует всему внутри тебя. И этот звук высвобожден. Я вижу, как спускаются эти камертоны. Для каждого лично свой. И он звучит, и ты начинаешь вибрировать вместе с ним. И этот голос: найди себя, найди себя, найди свой звук. Найди свой звук. Он не уникален, он не похож ни на чей другой. Он выровняет тебя, как настраивает инструмент через звук камертона, так и Бог настраивает тебя в эти дни. И этот звук, он не дает тебе покоя, пока ты не войдешь в полное соответствие, полное согласие с тем, кто ты был, кем ты был изначально, кем Бог предназначил тебе быть. Из вечности, из вечности. Это твой звук. Найди себя. Господь говорит: найди себя. Не смотри по сторонам, слушай свой звук. Найди себя. Звук, который не слышим физически.
физическому уху и физический звук. Бог будет помазывать звук. Звук, как это было изначально, когда звук вышел, когда звук определил появление всего. И сказал Бог. И сказал Бог. И сказал Бог. И сказал Бог. И сказал Бог, и появилось. И сказал Бог, и появилось. То, что мешает. Проникая через все эти вибрации, вернут к жизни то, что умерло. Звук Божьей славы. Звук Божьей славы. Сильнее всех звуков. Сильнее всех звуков. Бог славы возгремит.
Не Божье. Будет очищение через это.
не будет путаницы, не будет смущения, смятения. Два процесса: усиление, укрепление, выравнивание и разрушение. Разрешать от бремени также многое, что должно родиться в эти дни. То, чему пришло время родиться. То, чему пришло время родиться. Чистым звуком придет тем, кто он есть, и он будет являть себя самого. Вначале было слово, вначале был звук, и звук был у Бога, и звук был Богом, и этот звук был совершенством, и он является этим совершенством, и он является совершенством в каждом из нас. Ты знаешь, как он звучит, ты знаешь, как он играет. И он играет в тебе особенно, он играет в тебе уникально и неповторимо. Потому что ты особенный звук. Потому что ты особенный его звук. А вначале, когда мы начали поклоняться, я увидел такую картинку, как из разных красок, из разных движений создавалось как такое красивое, многоцветное, и в то же время это было зеркало. И это было зеркало Бога, которое создавалось с нами. И в то же время это было. Я чувствую приглашение в помазание радости. Алеш, вот эти слова, останемся там, пожалуйста, Женечка. Там вот в мелодии вот этой. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен. Я реально приглашаю вас. Вот я чувствую, что просто взяться за руки, просто петь это. Помазание радости сумасшедшее приходит. Реально тяжело даже улыбку сдерживать. Попробуйте. Глаз Господа силен. Надо петь. Глаз Господа силен, глаз Господа величен.
ему аплодируют, потому что он зашел. Я чувствую, что это тоже пророчески. Приветствует голос его славы. И в этом наша безопасность, в этом голос его славы. В этом наша безопасность, в этом наша радость. В этом наше вхождение в назначение. В этом наше вхождение земель, судеб, городов, его назначение. Глаз Господа величествен. Бог славы возгремел. Глаз Господа силен. Глаз Господа величествен. Бог славы возгремел. Глаз Господа силен. Глаз Господа величествен. Глаз славы возгремел. Глаз Господа. Oh.
наш Бог царь. Наш Бог. Yeah.